Тайлер. Но поговорим мы с ней не о музыке, а о моде. Я люблю носить брючные костюмы. В свое время я пробовала петь в платьях, но оказалось, что это неудобно. Поэтому платье я ношу летом, когда жарко. Но что касается сцены, я все же предпочитаю брюки. Были ли вы в Париже и какое впечатление на вас произвел? Конечно, я очень часто бывала в Париже. Но, к сожалению, чаще всего я нахожусь там на работе, на студии и на телешоу. И поэтому единственное, что мне удается посмотреть в Париже, это магазины, если мне посчастливилось попасть не в выходной день, и они открыты, увидеть Елисейские поля и посетить великолепные рестораны, потому что я обожаю французскую кухню. Я вообще люблю поесть, и это, наверное, заметно по кончику моего подбородка и моим щечкам. Так получилось, что я никогда не была на показах мод, и не могу сказать, что точно следую моде. Я предпочитаю носить то, что мне нравится, потому что это мне идет. Ведь правда? Ваше отношение к моде изменилось как-то с годами? Может быть, вы стали более щепетильны в выборе одежды? Я думаю, когда я была моложе, у меня было много вызывающей одежды, которая на самом деле мне не совсем подходила. Сейчас я предпочитаю одевать что-нибудь легкое. А тогда были модные пиджаки с заклепками. Боже мой, вы себе не представляете, насколько тяжело было их носить. Но сейчас мне хотелось бы выглядеть более женственно. Как это ни странно, все свои вещи я покупаю в Португалии, в лучших дизайнерских магазинах, потому что редкие моменты отдыха — это единственное время, когда я могу себе позволить что-нибудь купить. Ведь когда я работаю, у меня нет ни минуты свободного времени, чтобы зайти в магазин. А сколько времени вам требуется для того, чтобы привести себя в порядок? Каждое утро я трачу на макияж не меньше часа. При других раскладах я даже не открываю дверь.